давайте, точнее, пацаны, давай. Каким должен быть хороший футболист, не понаслышке знает Евгений Савин. Сам в прошлом успешный спортсмен. Играл во многих клубах, позже стал футбольным комментатором и видеоблогером. В перспективе открытия футбольного клуба «Красава» в Одинцове. Я сегодня пришел посмотреть на выпускной год в Одинцово. Я хочу увидеть одного-двух ребят, которых мы обязательно подключим к профессиональной команде, которая будет летом, футбольный клуб «Красава». Мастерство футболистов из спортивной школы Одинцова впечатлило профессионального спортсмена. Но количество ребят для отбора в «Красаву» ограничено, а значит, критерии еще строже. Футбол, помимо дисциплины, помимо большого желания, это еще твои индивидуальные качества. И даже если сейчас, например, парень там может быть не в лучшей физической форме, может быть, там ему не хватает опыта, но если у него правильно работает голова, если он правильно оценивает ситуацию, если он не боится обыгрывать, например, будучи нападающим, то мы, конечно же, это увидим. И все остальное можно поправить. Но если у тебя нет вот именно, то есть мышления, нет интеллекта футбольного, то его сложно приобрести. Денис с футболом не расстается с 4 лет. Отец был первым, кто познакомил мальчика с техникой игры. Вскоре он превзошел своего учителя. Сейчас ему 20, и он может уже самостоятельно проводить тренировки, но сам мечтает попасть в большой футбол. «Красава» – отличная возможность для молодого нападающего. Футбол, как бы, очень хочется играть, потому что тренерская карьера, я немножко прочувствовал, что немножечко я пока рановат, еще сыроват. Вот, в некоторых моментах где-то могу потеряться, вот. В принципе, футбол для меня как бы ближе. Вот, я, в принципе, хотел попробовать свои силы, заиграть как-нибудь, если будет такая возможность, футбол. Талант и потенциал Дениса можно рассмотреть невооруженным глазом, уверен Евгений Савин. Именно такие спортсмены смогут в будущем стать членами футбольного клуба «Красава» и гордостью округа. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».